Привет! У нас сегодня на обзоре наушники от компании Sivga. Моделька называется S01. Это спортивные наушники открытого типа, предназначенные для настоящих спортсменов. Что интересного, сам бренд Sivga — это на самом деле нетипичный для них продукт, потому что обычно он выпускает действительно прям аудиофильские хай-энд устройства. Я посмотрел, у них большинство наушников стоят там по 50-60 тысяч, сделаны там вручную из дерево. Но теперь они решили расширить свой ассортимент, и единственные беспроводные наушники — это S01, который у нас на обзоре. Коробочка вам видна, она в принципе симпатичная, с приятной полиграфией. Внутри кабель Type-C для зарядки, как всегда коротенький. И обращаю внимание на мануал. Смотрите, какая толстенькая книжечка. Здесь очень много языков, и в том числе присутствует родной русский. Показываю вам непосредственно сами наушники Sivga S01, и они доступны в двух цветах. У нас сейчас белый цвет. Также эти наушники есть в черном цвете, но есть нюанс. Смотрите, я сейчас заношу другие наушники Freeyant, и как вы видите, Sivga в белом цвете будто бы из слоновьей кости сделано, то есть оно такое белое с небольшими желтыми оттенками. Корпус большой, увесистый. Здесь есть индикация заряда. На задней части порт для зарядки, и для пальцев есть удобная выемка. Давайте откроем наушники и достанем их. Кстати, здесь есть индикация заряда самого кейса. Я вставлю фоточку. Она не очень яркая, но в сумерках видно идеально зарядку, сколько у нас в кейсе. И достаем непосредственно сами наушники. Как вы видите на коробке, они у нас называются Open Ear, открытые уши. Поэтому они не вставляются в ушной канал, как обычные ТВС-ки. Крепление у них заушено. Причем, обращаю внимание, эту заушину можно регулировать. И здесь прям как будто бы установлена трещотка. Вы сейчас через видео это не чувствуете. Но, в общем, там есть некое такое деление. Четкое я вот двигаю, и на любую ушную раковину эта штукенция подбирается. Ну и дальше наушники простые. Здесь у нас заушено, здесь у нас непосредственно динамик, который будет играть вам в ухо, и контакты, которые будут заряжать в кейсе эти наушники. Кстати, здесь очень крутые магнитные площадки, поэтому можно небрежно кидать наушники, они сами в нужную позицию примагнитится. Кстати, не сказал еще о самом главном. Здесь с точки зрения управления одна большая механическая кнопка. То есть здесь не сенсорное управление, а действительно приятная механика. И я, когда бегал с этими наушниками, действительно очень легко ее нащупать, эту кнопку, потому что она крупная и физически ощущается пальцем легко. И с точки зрения управления однозначно этим ушам 5 баллов за старое доброе кнопочное управление. Итак, господа, у нас сегодня тестирование спортивных наушников от компании Sivga. Специально для этого дела я даже вышел на свою стандартную 5-километровую пробежку, чтобы затестить, как они играют, как держатся в ушах и все другие атрибуты, которые необходимы спортивным наушникам. Вот. Кстати, я посмотрел другие обзоры на YouTube. Никто не показал, как он у них занимается спортом. Поэтому приходится отдуваться мне. Ладно, я погнал дальше. Всем удачи. Занимайтесь спортом. Теперь касается непосредственно ощущений от этих наушников, от тестирования. Я вам сразу хочу сказать, что это наушники довольно-таки нетипичные, нетипичные ТВС-ки. У них есть как свои плюсы, так и свои минусы. Начнем с плюсов. Они действительно очень круто за счет заушины держатся на ушах, поэтому во время пробежки или какой-то активной деятельности нету совершенно никакого ощущения, что они там выпадут или как-то добавят вам неуверенности в креплении на ушах. Также второй плюс — это, поскольку наушники у вас открытые, вы не отрезаны от окружающего мира. Это, опять же, важно там велосипедистам, спортсменам. То, что у вас получается такой микс и звук, который играет наушники, и в крайнем случае, если вам будет где-то там бибикать автомобиль, вы точно это не пропустите. Но эта конструкция Open Ears, открытые уши, все-таки накладывает некоторые ограничения на качество воспроизведения, и оно
касается низких частот. Супербасовитыми эти наушники я назвать не могу. То есть басочек в них присутствует, но все равно он никак не может сравниться с теми супер низкими частотами, которые вам выдают любые даже простые ТВС-наушники там за 2000 рублей. Поэтому нужно иметь это в виду, ну, в зависимости от жанров. Допустим, для какой-то электроники эти наушники точно не подойдут, ну, лично мне, по моему вкусу. В то же время для других стилей музыки, где низкие частоты сильно не важны, или также для прослушивания подкастов или Ютуба в фоне, когда вы на пробежке можете слушать какое-нибудь интервью, то здесь звук четкий, то есть все отлично. Кстати, благодаря тому, что здесь Bluetooth современный 5.3, задержки при просмотре Ютуба с точки зрения синхронизации речи нету. Также эта гарнитура обладает действительно хорошими микрофонами, то есть если ее использовать для переговоров. И вношу, опять же, из-за своих размеров наушники, ну, не маленькие, и сам кейс тоже не маленький, они обладают действительно крутой автономностью. То есть там производитель заявляет 9 часов на одном заряде, это еще не считая, сколько можно при подзарядке кейса. Скажу честно, что я их полную автономность даже еще не успел затестить, потому что у меня было только несколько спортивных пробежек с этими наушниками. Ну а теперь переходим к самому интересному, это цена. Значит, на текущий момент эти наушники стоят 70 баксов. Благодаря текущему курсу легко умножаем это на 100 рублей, и получается 7000 за такие спортивные наушники. Много это или мало, можете написать в комментариях, что вы об этом думаете. Я же для вашего удобства, как всегда, оставлю ссылочку на AliExpress, чтобы вы могли легко и быстро найти эти наушники в официальном магазине Sivka. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где у меня различные скидки и дублируются видеоролики с YouTube, чтобы вы ничего не пропустили. Ну а с вами был Андрей, всем пока!